Мы приехали в Хьюстон, покушали какой-то египетской еды. Сейчас переоделись, потому что тут реально холодно по сравнению с тем, откуда мы выезжали. Это было тепло, просто из этого дождя холодало. Ну да. Нашли какое-то одно место, которое можно здесь посмотреть. Потому что сегодня день благодарения, все закрыто. Так что будем смотреть, что можно. Небольшая прогулка, а то не могли понять, где тут есть что парковка. Там причем еще полицейские дорогу перекрыли. Что с такими кругами ездить, это просто не передать. Этот фонтан называется Highness Waterwall Park. Ну, еще, наверное, все вот это. Небоскребом. О! Не-не-не-не-не. Что-то какая-то грязь вокруг. Выглядит завораживающе. Не будь здесь сейчас так холодно, было бы, наверное, прикольно. Но воды еще холоднее. Ну, она тебя полностью обливает еще. Как будто бы дождя недостаточно. Заселились в наш отель, что я не ожидала, что это будет чуть ли не студия, прям кухня. Ты посмотришь, что это древняя вообще. Но она есть. Вот тут ванна. Отлично. Как раз плохая погода, будем сидеть, смотреть фильмы. You've arrived. Интересненько, ничего не попросили. Ну, тут же required, если ты покупаешь билет, тебя обязуют купить билет. Ну да, парковочное место. Так что, если ты туда заезжаешь, скорее всего, у тебя и парковка есть. Да, мы подъехали к музею НАСА. Вчера был день благодарения, все было закрыто, поэтому нам пришлось как бы просто просидеть в Хьюстоне один день, чтобы сегодня уже сходить в этот музей. Good morning. Morning. How y'all doing? Great. You got an idea what you guys are going to do today? Мы получили наш пропуск на трамвайчик. И сейчас пойдем в реальное отделение НАСА. Но сегодня люди там не работают, потому что сегодня выходной. После дня благодарения. Ну, хоть так посмотри. Сегодня еще очень холодно. Мы прям в куртках. Союз Заря. Похоже, аналог международной космической станции. As you folks make your way into the hallway, you'll just keep shuffling your way down until you get to where I am, about at the halfway point. Once you get to me, we'll have a little bit of a break and wait for everyone else to make their way in. As we do have to get everyone into this portion of the hallway before we can begin our presentation. Alright folks, welcome to Building 9, also known as the Astronaut Training Facility or the Space Vehicle Mock-Up Facility. The first mock-ups that I'm going to talk about are these large white and gray cylinders that you see in the center or in the very far right of our facility. As soon as you walk in, this is our full-scale, low-fidelity mock-up of the International Space Station.
What this means is NASA will use this to train our astronauts on the basic safety and storage procedures before they go to live aboard the ISS. В общем, вот это большая тема для того, чтобы на Луне люди могли оставаться. Ну и тут много разных модулей испытательных и просто. А тут сказали уже ходите сами, читайте, изучайте. Когда надоест, возвращайтесь. Ну а тут мы первые посетители. Так, вот ты. Вау, это круто. Блин. Кисоп огромный. Мы тут только проходимся, читаем историю этих миссий Аполлон. Вот там даже может будет глянуть, что внутри. 13-е бедняги. Да, мы как раз фильм вчера смотрели. Вообще, там в конце сам еще был модуль отдельный. Командирский, так сказать. Получается, реально в той части там лунный модуль с еще каким-то командирским модулем держались. Вот с этой капсулой они уже приземлялись еще. А этот получается F1 двигатель, такой же, как на этих Аполлонах, один из пяти, с первого модуля, или как он, с первой стейдж, в общем, ступени, во. Ну, это... Я уже подогнал самолет, а детишки еще не могут садиться. А это туалет? Ну, похож. Туалет тоже. Тише. Слушай, а ты не помнишь, он там что-то говорил насчет этого шаттла, что это, походу, копия, да? Да. Что это лишь... Типа один в один, да, но... более дешевый нужно. Да, и это, типа, не настоящий шаттл. Ну, чтобы иметь представление, что идет. Мама.
А, слушай, это манипулятор в Канаде. О, почти. Сейчас, подожди. Так, а что ты встал? Я пойдем к SpaceX Falcon 9. Это реальный модуль Falcon 9. Первой ступени, которая возвращается. Подгоревший такой значительно. И он такой маленький в сравнении с Saturn 5. Крутяк. Есть вход далеко, а там он уже люди где стоят. Это 11 часов сейчас. Мы приехали тогда, ну, еще 9 даже не было. Ну да, где-то без 10, без 15. Да. Какая уже очередь. Надо быстрее идти внутрь, там что-то смотреть, что мы не смотрели еще. Все, и валить. Новый Орлеан. Ну что, как тебе? Где-то там за слоем должна быть луна. Съемочная площадка, да? Для тех, кто не видит, что такое. Как может. Good morning, everyone. It's great to see everyone out. I've never seen so many cars or people in the parking lot as I have. I mean, over the last couple of years, anyway. So it's great to get kind of back to normal. Еда астронавта. Мороженое. Потратили 3 часа тут. Столько народу. И, в общем-то, все посмотрели за 3 часа. Да. В принципе, даже понравилось. Мы посмотрели за 3 часа, потому что мы очень рано пришли, не было вот этой очереди большой. Мы сразу зашли. Да, людей столько не было, конечно. Ну и нас даже пустили, не было 9, я хотела только 9 открывать. Как тебе понравилось? Да. Ну, от большего понравилось, особенно понравился трем и вот этот Аполлон 5, ракета, прям вообще кайф. А шаттл, конечно, что реплика, ну, не сильно прикольно, но сойдет. Ну да, посмотреть. Едем в Новый Орлеан. Нам еще почти 6 часов. Мы сейчас уже в Луизиане, и под нами вода. А вот, видно, она проблескивает, и там тоже по горизонту. Новом Орлеане. Этот прям супер песочный город, сейчас лифтиком. И остановились в Шератон. Вот и пойдем сейчас вон туда, на эти тусичи. Мы остановились на вот этой тусовочной улице. Как она называется? Бурбон Стрит. Вот, на последнем этаже. Завтра снимем, наверное, номер. Ну, он вообще ничего не интересного. Потусим до 9. До 9 вечера. Да. И завтра уже с утра поедем дальше.
Ну, может, еще немножко погуляем, посмотрим, какой, как он выглядит днем, да, и поедем. Ну да, точно. Да. Отошли от нашего отеля, но и тут уже как-то поменьше народа, что ли, не знаю. Но все еще прикольно, так сейчас только 6:40, еще будет. Уже темно очень. Заканчивается французский квартал справа и начинается новые типа районы. Сейчас мы в баре Дом Наполеона. Настя взяла кофеёк, я что-то другое. Какой-то их фирменный коктейль. Да. Ну, симпатично. У этого бара еще очень приятный дворик. Там даже, походу, есть. Ага, вторая там. Вернулись в тусне. Вот и доброе утро, Новый Орлеан. Тут наша каморка отельная, за огромные деньжищи. Сейчас пойдем позавтракаем, потом соберемся и уедем. Тут коники стояли, видно. Блин, такой трэш. Вообще. Куда машина не выйдет, да? Ну, папа, можно проехать уже. Ладно. Да.
Выглядит это не очень. Настя нашла такое интересное заведение. Нам на завтрак. Кафе Бенье. Взяли за кью и сделали заказ. Вот тут уже народу стало много. А Настя снимает, вон там куча бус. С Мондигра. И это мы сейчас с самого юга, получается. Пришли к реке Миссисипи. Предыдущий раз мы ее видели, когда проезжали с севера. Штаты. Да, в тот самый момент мы не знали, что было Миссисипи. Такой парк. Обнаружили тут монумент иммигрантам. То бишь нам. Да. То бишь нам американцы поставили памятник. Ну они, наверное, даже сами себе поставили. Да. Не индейцам же. Все иммигранты. Нет, это Луизиана. А, это Луизианский, да. Пеликан. А там, походу, какой-то парад. Птица тут ящик или... Может, они покупают? Что так много народу? Ресторан какой-то. Можно подойти? Мне даже интересно, куда все это очень. Не уж тут просто в кафешку позавтракать. Вообще. Площадь Джексона. Иногда такие уже маленькие домики встречаются. Ну и куда я Новый Орлеан без джаза? Это парк Нила Армстронга. Пойдем. Что-то мне после НАСА заел этот Нил Армстронг. Вообще Луи Армстронг. Получается, вот это вот главный вход. Мы вчера видели, когда гуляли. Вот там буквально впереди, через пару блоков, уже этот улочка тусовочная. Все очень странные домики. Окнами к спине друг друга и такие узенькие. Сергей предположил, это старые бордели. Вот, мы уже опять вернулись на Бурбон-стрит. Все еще грязно, но уже чуть-чуть почище. Да, Злочительно почище, я бы даже сказал.
сравнению с тем ужасом, что был тут. Хаос какой-то. Вот, мне обещал бусы купить. Turn left onto St. Peter Street. Уже выселились, и у нас очень длинная дорога впереди. Теперь мы не ходим, а ездим по Bourbon Street. Такой огромный мост. Переезжаем Миссисипи. William M. Colmer Visitor Center. Мы сейчас в штате Миссисипи и заезжаем в Гальф Айленд, национальное вот это побережье. Посмотрим, что тут такое интересное, немножко погуляем, поедем дальше, уже в Алабаму. Зашли в центр посетителей, поспрашивали, что посмотреть, нам дали быстренькие указания, куда зайти, что глянуть. Сказали, что аллигаторы сейчас все-таки холодно, они больше прячутся. Там можно черепаху видеть, ну, и кучу какой-то всякой другой живности, не сильно интересной. Лохматые деревья. Хочу увидеть крокодила, точнее, аллигатора. Рыболовный пир. Пока не видно. Такая мутная вода, конечно. А, нет. А, это просто дно такое. Не, в том плане, что вода-то прозрачная-прозрачная. Просто дно оно коричневое. Как раз вот похолодало. Все прятались. Ой, я вижу черепашек. Черепашек? Hello. Hi, how are you? Good, good. Без аллигаторов немного скучноватая территория получается. Наверное, поедем дальше. Сейчас проезжаем под городом Мобил. Там за это река. Все, мы в Алабаму так пролетели, потому что прикинули, что это очень плотно приедем. Тут бы все-таки стоило заехать еще покушать, так что погнали сразу во Флориду. Выселяемся из этого убогого отельчика. Нормально, переночевать было нормально. Ничего не забыли. И у нас финальные 6 часов до дома в Майами. Я столько знаков еще нельзя парковаться не видела. Только что зачекинились в нашей флоридской квартире. Как-то так все выглядит. У нас спальня, там ванна. Еще одна ванна, еще одна спальня. Ну, какой-то такой дешманский совок выглядит. Но балкон-то должен быть просто огонь. Вот там справа. Океана Майами. Не видно, но он здесь вон есть. Вот там лодка плывет. О, ладно, тоже не видно. Я сама уже почти не вижу. Справа Майами. Светится вдалеке. Бассейн. И пляж. Ладно, завтра будет лучше видно. Будем распаковываться.